Черное море прогревается очень быстрыми темпами. Вода скоро станет как парное молоко. Например, в Анапе накануне водные термометры в море показывали 23 градуса. Сегодня отметки поднялись до 25. За сутки вода прогрелась на 2 градуса. Цифры Краевого гидрометеоцентра показывают, что температуры воды поднимаются последние 2 дня. 4 июля вода в море Анапы прогрелась до 20 градусов. 5 июля в Анапе море было 21 градус. 6 июля – 23, 7 июля – 25, следует из информации синоптиков. В Сочи море 23 градуса, в Геленджике – 22,2, в Туапсе – 22,8. С учетом того, что в Краснодарском крае пекло установилось до конца месяца и перепадов температур воздуха не ожидается, можно предположить, что с середины июля Черное море достигнет максимальных температур, как и температура воздуха. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – цирк Юрия Никулина на стадионе «Спартак». Открытие циркового сезона в Анапе. С 11 июня на стадионе «Спартак» цирк Юрия Никулина. В программе «Гимнасты, акробаты, дрессировщики и клоуны». В Анапе на Горького 5. Телефон 7 952 816 42 42.